Привет, друзья! Это вторая серия озвучки битвы Сайтамы против Гару из оригинальной манги One Punch Man. Предыдущая серия набрала очень мало просмотров, и мне очень обидно это видеть. Хотелось бы попросить вас поставить лайк этому видео, прежде чем мы начнем. Это очень поможет его продвижению. А также хочу выразить отдельную благодарность донатерам. Роман Виговский, Батлборг, Доктор Баг, Элджин 142, Чепчик, Денвер, Диктобус, Евгений, Малик из Магомбетов и, конечно, Бустером, Фасту Накамура, Беликта, Данил Мякишев, а еще и Батлборг. Огромное вам спасибо, друзья! Ваша поддержка мотивирует меня стараться намного больше, выкладывать видео как можно чаще, придумывать все больше контента. Друзья, если вы тоже хотите поддержать канал донатом или подписаться на мой Boosty, ссылки будут в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Let's go! Дикая торнадо! Вихревой горный поток, кулак кривуш, яуры, разрушающий бездну. Никакого эффекта. Ее не так просто завалить. Какой бы урон я ни нанес, она все равно регенерирует. Полумонстр, заноза в заднице. Но тот, что с палкой, не проблема. Может взять его в заложники? Ты даже царапины ему нанести не можешь, тупая бита. Если не начнешь помогать, я тебя прикончу. А? Да я тебе башку разнесу, чертов монстр. Похоже, ничего не выйдет. Если мы не уничтожим его от головы до хвоста одновременно, мы ничего не добьемся. Ну и сколько героев С-класса для этого понадобится? Ах, черт, надо догнать! Если не можешь за мной угнаться, вали отсюда! Что такое? Заставь его взлететь выше! Двигатель нестабилен! Она приближается! Черт, не выходит. Без моего ведущего глаза я не могу нормально прицелиться. Собираешься пристрелить героев, которые там сражаются, а? Стальная бита и... А? Кто это? Оно нас достало! Все хорошо, успокойтесь! Черт! Сопляк. Что такое? Устали мельтешить вокруг? Жалкие блохи. Дяденька? Великий марш многоножки. Боевой дух! Стальная бита только что! Земля рушится! Дядька! Ваншотер! Михэспер? Я буду ведущим глазом! Великолепно! Я вижу! Пожалуйста, сосредоточься! Умри! Я попал! Получай! Мы сделали это! Ну что, Сич, я был прав? Это что за герой? Он слишком силен! Я знаю его! Я все еще должен его прикрыть! Вот о чем я говорил. Спокойно. Позволь пройти. Прочь с дороги. Спираль сокрушающей победы. Упс. Ты можешь бить меня сколько хочешь. От этого я стану лишь сильнее. А он ни капли не изменился.
Как ты мог стать сильнее после стольких ран? Мужчина наиболее силен, когда ему есть кого защищать. Гарроу, в 500 метрах за тобой огромная сеть. У нас нет выбора, кроме как остановить ее прямо здесь. Я с ней разберусь. Свали. Я сам справлюсь. Мне не было дела до второй букашки с самого начала. Думаете, ваша команда сможет выстоять против моих совместно работающих 6666 ног? У тебя есть план, как разобраться с регенерацией? Просто раскрошим каждый дюйм его тела! Ясно. Великая 6666-ножная дрель. Вихрь водяного потока. Боевой дух. Кулак клыка убийцы драконов. Дикий ураган. Объединение. Как герой и монстр могли это сделать? На самом деле, они даже не пытались объединиться. Причиной, почему индивидуальные техники сформировались в комбо-атаку, было то, что несмотря на разницу в их силе, ее природа была одинакова. Резонанс и усиление. Будто благодаря Гару, разрушительная сила биты резко возросла. Жалкая букашка смогла пробить мой экзоскелет. Не будь таким самоуверенным. И благодаря этому резонансу сила Гару также выросла. Не могу регенерировать. Как я и думал. Это твое ядро регенерации. Я заметил ранее, что каждый раз, когда ты регенерировал, энергия исходила отсюда. Я уже видел такое. Отдай! Лови! Ублюдок! Тебе лучше победить, кусок дерьма. Нам еще предстоит устроить реванш. Ты? А? Что ты делаешь в таком месте? Милая маска, я могу спросить тебя то же самое. Тот отвратительный монстр порвал мои любимые джинсы. Этот парень с телевидения. Ты в поход собрался? Эта палатка была бы полезна в чрезвычайной ситуации. Ок, но это мой свитер. Следуй за мной. Я доведу тебя до безопасного места. Затем я снова вернусь на поле битвы и порву того ублюдка, который испортил мои джинсы. Да, но я все еще не могу двигаться. Мне нужно поесть. Кто он такой? Он не похож на монстра, но выглядит жутко. Что-то не так? Ничего. Хорошо, тогда удачи. Тебе тоже. Какой странный чел. Черепки? Да, таким образом я даю новичкам показать свои умения. Что ж, пришло время старшему преподать пример. Они
керамические, так что аккуратней, вы можете пораниться. Забыл предупредить. Да их никто не сможет сломать. Ты был близок, осталась только одна. С этого все началось. Но сейчас я достиг воплощения. Боевых искусств. Эта тварь сказала, что оно божественное возмездие. Чушь. Благословение. Мой кулак достиг совершенства. В этот раз я всех уничтожу, старик. А? Что тут происходит? Все были побеждены. Из-за этой штуки тут так темно. Что это там? Этот монстр пытается убить сверхсветового Флэша во сне. Вставай! Ну давай же! Нам нужно сваливать отсюда! Эй! Умри, монстр! Мистер Сайтама! Где же мистер Сайтама? Отлично, Кинг! Ты сумел спасти Тацумаки! Вы? Ребята! Узри же появление новой группировки Метель! Кто это? Сестра! Держись, я передам тебе свою энергию! Разве это безопасно? Ты ведь уже достаточно перенапряг... Помолчи! Мастер, помогите мне! Если я хотя бы немного помогу исцелить Тацумаки, она сможет перенести нас отсюда при помощи телекинеза. Но для меня этого недостаточно. Торнадо, даже не думай умирать, пока мой стиль мастера в майке не сумеет превзойти твою силу. Вперед! Не прикусите языки! Кинг, адская метель потратила все свои силы на лечение. Тебе придется приземлиться раньше других и поймать их. Ударные волны от суперловящего стиля Кинга могут только усугубить раны. Не думаю, что это хорошая идея. О, кажется, это подходящее место. Ого! Погодите! Все хорошо. Мы подождем прямо здесь. Опа! А теперь... Что это было? Я не знаю, но этот наклон корабля вызвал цунами! Задрать шлюзы! Чешуя монстра? Было близко! Великолепно, Кинг! Было бы опасно бросать их на корабль в тот момент. Мистер Сайтама, вы как всегда прямолинейны. Мы больше не можем тут оставаться.
Да, кстати, что случилось с водяным монстром? А ты еще кто? Все герои С-класса валяются на земле. Даже в такой ситуации они не смогли ничего сделать. Полагаю, это значит, что они сдались. Теперь я без проблем стану абсолютным злом. Мой боевой стиль теперь совершенен. Мне больше нечего бояться. Хотя так не должно быть, но меня что-то гложет. У меня чувство, что я упустил что-то очень важное. А что же это? Не могу вспомнить. О, точно. Что случилось с водяным монстром? Кем ты пытаешься быть? А? Ты еще кто? Спрашиваешь, кем я пытаюсь быть? Еще один тупой герой отделился от спасательной операции. Следуй голосу своего сердца. Извини, старик. Я собираюсь сделать кое-что, что могу сделать только я. Я Гарроу, монстр. Я тот, кто погрузит человечество в пучины отчаяния. Тот, кто станет абсолютным злом и заставит всех людей почувствовать боль, на которую все эти герои закрывают глаза. А? Абсолютным злом? Ты злодей? Разве ты только что не спас вертолет от той многоножки? Ты даже разделил ее на две части крутым карате-ударом. Что с этим парнем? Он наблюдал за мной? Ха. Абсолютное зло, в конце концов, значит абсолютную силу. Мне нужны были свидетели, чтобы увеличить свое влияние. Я хотел показать пассажирам вертолета, что я сильнее любого героя или монстра. Смотри внимательно! В этот раз монстр победит! А? Если ты понял, то проваливай и подумай о смене профессии. Я не остановлюсь на ассоциации монстров. Ассоциация героев также будет уничтожена. Я заставлю весь мир осознать неоспоримость моей силы. У оставшихся героев будет только два выбора. Сдаться или выступить против меня и быть раздавленным. Хорошо, хорошо. Если ты не монстр, я ухожу. Ты вообще меня слушал? Я имею в виду, что ты даже не похож на монстра. Похоже, здесь я не нужен. Я пришел пожаловаться на шум, но мой дом взорвался, и теперь я пытаюсь найти свои вещи в этих волнах. Я сейчас готов планету разнести. Я думал выпустить пар на этом короле монстров и следил за тобой, потому что ты выглядел крутым и сильным. Но похоже, это не так. Мне нет дела, играешь ты в монстра или в героя. Просто не перестарайся, ладно? Увидимся. Что это за аура? Кто этот парень? Такое чувство, что я уже видел его раньше. Нет, не имеет значения, кто он. Эй! Ты что, не понял? Недооценивать абсолютное зло – это большая ошибка. Будет достаточно сломить его дух, не убивая. Ничего личного! А? А, извини, ты слишком быстро ко мне несся. Этот парень, он... Я вспомнил. А, Гарроу, разве он не... Это тот загадочный сверхсильный лысый парень, с которым я встречался из раза в раз. Гигантское упущение. Я забыл о самой главной цели. Расщелины исчезли.
Думаю, теперь мы сможем эвакуироваться на лодках. Сейчас все тихо, но монстры все еще могут показаться в любой момент. Прежде всего, мы должны перевести раненых и сделать это как можно скорее. Кстати, о монстрах. Те две гигантские штуки, что устроили здесь хаос. Их обоих вдруг разорвало на две части. Что же произошло? Должно быть, это дяденька. А? Дяденька уничтожил их. Он супер крутой герой, который защищал меня. А это случайно не был мужчина среднего возраста в майке? Не думаю. Опять что-то случилось! Не уверен, последствия ли это чьей-то битвы, или просто природный катаклизм. Мы даже не можем определить, враг это или союзник. Слишком много перемен на поле боя. Ты чего это вдруг драться начал? Хотя я и так хотел тебе кое-что сказать, так что без разницы. Слушай, когда я говорю! Да что не так с этим лысым? А что-то приближается! Берегитесь! Он слишком силен. Дяденька! Эй, погоди! Дяденька? Я ничего о нем не знаю, но он помог нам одолеть ту многоножку. Черт, я был так близок. Именно когда я почти добрался до своей цели. На моем пути должно было встать главное препятствие. Я должен от него избавиться. Или я никогда не стану абсолютным злом. Дядя! Это монстр? Убегайте! Что это? Мое тело мутировало вслед за моей яростью. У них не хватает людей, чтобы сражаться, параллельно защищая раненых. Уплывайте! Следуйте за течением, она приведет вас к морю! А? Где Торео? Сила переполняет меня. С ней я смогу... О, так ты жив? О, так ты жив? Это и правда он. Дяденька, на этот раз я не убегу. Дяденька, ты же все это время был героем, да? Сколько раз тебе повторять, тупой сопляк? В каком месте я герой? Присмотрись повнимательнее. Я, наконец-то, стал истинным монстром. Ты герой! Что? Уже в четвертый раз я точно знаю правду. Когда бы я ни попал в беду, вы всегда приходите спасать меня. Для меня вы самый крутой и великий герой из всех. Поэтому, пожалуйста, прошу, перестаньте притворяться монстром. Иначе люди будут не понимать вас и ненавидеть. А я не хочу этого. Yeah.
черт! Не делай такое лицо! Только не сейчас, когда я наконец, могу показать тебе победу монстра над героем! Эй, ты Гарроу, верно? Чувак, ты расстраиваешь старика Бенга? Ты охотился на героев, разрушал Дадзё, а теперь притворяешься монстром и заставляешь детишек плакать? Герой? Веди себя как взрослый, черт возьми. Лучше обойтись без гневных припадков и истерик. Ты обиделся, что я назвал тебя непохожим на монстра? Твой косплей выглядит довольно сложным. Ты добавил деталей? Смотри внимательно, сопляк. Я разрушу твой взгляд на мир и покажу, как бессильны герои. В живых не останется никого из тех, кто мог бы тебя убить или защитить. Буду лишь я, доминирующее абсолютное зло, которое положит конец этому несправедливому миру, который был так жесток с такими, как мы с тобой. Что? Дяденька, вы собираетесь драться с этим героем? Не надо! Если вы побьете героя, все вас возненавидят! Уйди с дороги! Хочешь ударить меня? Ну давай! А? Струсил? Не смеши! Не волнуйся, я не пострадаю. Давай-ка разберемся с этим вон там. Дяденька! Эй, ты ведь хочешь, чтобы я остановил его, не убивая, так? Отлично, положись на меня.